Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий» програма «Відкрито про спорт». Наш сьогоднішній гість – заслужений тренер України з баскетболу Юрій Нетьора. Вітаю, Юрію Владиславовичу. Вітаю всіх прихильників спорту. Дякую, що запросили на передачу. Якщо можна, далі буду відповідати російською мовою. Так, розкажіть, будь ласка, якими видами спорту займалися у дитинстві і як потрапили у баскетбол? В детстве очень много занимался спортом, разным видом спорта, но один раз пришел на секцию баскетбола и понравилось, и уже с 4 класса больше никаким спортом не занимался. А кто был вашим первым тренером, помните? Да, конечно, Василий Анатольевич, очень хороший тренер, он меня привлек и заинтересовал, и как бы я его до сих пор вспоминаю, то есть всем... Как он очень заинтересовал. А прізвище так... пам'ятаєте? Беляев. Беляев, а в якій школі, де це? Это в Полтавской области, місто Горічні Плавні, середня школа номер 6. І ваші досягнення, от, будь ласка, як баскетболіста, как на якому рівні довелося пограти? Как баскетболіст я поіграв, ну, на школьном уровне очень хорошо, всегда занимали первое место. Потом захотел попасть в команду мастеров здесь, в Днепропетровске, но не смог попасть в состав. 3 года протренировался, еще бывшая команда «Динамо» называлась, но так в команду мастеров я не смог попасть. А коли грали в «Динамо», де ви навчалися і взагалі приділяли увагу навчанню? Да, конечно, я поступил в институт физкультуры, приехал в Днепр. Была моя такая мечта попасть в команду мастеров. В институте физкультуры учился на отлично, закончил его с красным дипломом, но и параллельно ходил на тренировки. Ну, хотел реализовать себя в спорте как спортсмен. От вже тоді, мабуть, коли ви хотіли себе реалізувати, ви зрозуміли, що спорт – це сенс життя, і, ну, баскетбол – це сенс вашого життя, так чи ні? Да, ну, я ще раніше це зрозумів, що в школі, і коли вже вчився, і з кожним годом я розумів, мені все складніше попасти в команду мастерів, я вже шукав інші путі, можливості реалізувати себе, ну, як би не в спорті, а я хотів саме в баскетболі. І тоді от постепенно... С временем пришло понимание, что, наверное, я хочу стать тренером. А відразу потрапили у систему інваспорту і почали тренувати людей, дітей з інвалідністю? Або були спроби реалізувати себе серед здорових спортсменів? Ні, я був как молодым спортсменом, без опыта тренерского, поэтому особо куда-то идти работать меня никто не, ну, и не хотели брать молодых, надо было закончить обучение. И мне предложили попробовать потренировать детей с вадом и слуху. И вот как в 2004 года я попробовал, мне понравилось, и вот до сих пор работаю. З 2004 року ви працюєте тренером в Дніпропетровській обласній спеціальній дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей з інвалідністю. От які можливості надає школа таким дітям? У нас школа самая лучшая в Україні. Очень много дітей займається. Ми построили, коли починав працювати, було зовсім все... Ну, как запущено в плане баскетбола. И вот за эти годы мы построили целую систему подготовки баскетболистов. Мы набираем детей, которые учатся в интернате. Все у нас спортсмены с вадом и слухом. Мы их набираем, тренируем. У нас есть соревнования «Поверь в себя», на которых мы всегда играем в финале, занимаем первое, иногда второе место. И потом эти дети вырастают, лучших мы отбирают. Они идут во всеукраинскую юношескую баскетбольную лигу, играют. Также у нас есть первая лига и высшая лига. Мы играем командой нашей спортсмены с вадом и слухом против здоровых команд, которые играют в чемпионате Украины. И у нас есть... Вся система подготовки. Мы набираем детей, начиная с 7-8 лет и заканчивая те, которые играют в высшей лиге, до 40 лет могут смело играть. У нас есть каждый ребенок, если он талантлив, он переходит из команды в команду, в связи, ну, когда вырастает. И у нас, ну, такой подготовки людей с инвалидностью нет нигде в Украине по баскетболу. А взагалі, от скільки у вас вихованців у ДОСДОЮ США, які навчаються і тренуються у відділенні баскетболу?
У нас на отделении баскетбол близко 38 спортсменов. Это начиная от самых маленьких и заканчивая самыми взрослыми. Это костяк сборной, дефлимпийской сборной команды Украины. На последнем чемпионате мира с нашей школы из 12 спортсменов было 10 человек нашей школы. А на каких базах працюете? Мы работаем, дети самые маленькие работают на базе своих интернатов в спортзалах. И дальше детская лига, первая, высшая. Работаем у нас 3 спортзала по городу. Это там 2 техникума и спортзал с дюшор номер 5. И тренировки идут каждый день по 6 тренировок в неделю. Дякую. Ваша специфікація – баскетбол серед спортсменів з вадами слуху. Добре знаєте мову жестів? Язик жестів дуже такий непростий. Я його знаю, але не скажу, що ідеально. Тобто, кожен день я все одно учусь. У ребят они меня учат, я стараюсь учиться, потому что как бы предела совершенству нет. Иногда бывают такие предложения, которых, ну, все, что связано со спортом, я жестами показываю отлично. Все, что связано, допустим, если пойти в исторический музей, например, послушать, то там с жестами будет, конечно, проблема. До речі, можете привітати ваших підопічних от зараз і побажати їм успішно тренуватися та вдало виступати на змаганнях? От, можливо, хтось подивиться нашу програму? Звісно. Тобто вони зрозуміють. А що ви їм передали? Да, я сказав, желаю вам хорошо тренуватися, хорошо працювати і в будущем тільки виграти перші місця. Чемпіонат України з баскетболу серед спортсменів з вадами слуху проводиться щорічно, так? Да. І скільки команд бере участь у змаганнях? І от як виступає команда ДОЗ до США, з Дніпра? Чи здобуває перемоги? Да, кожен рік проводиться чемпіонат України. Також проводиться, повірь себе, дитячий турнір, яким я вже розумів. Чемпіонат України кожен рік проходить і уже з 2004 року, з того моменту, коли почали працювати, команда ДОЗДЮ США займає тільки перше місце. Ми ні разу за 15 років не програли ні одного чемпіонату. Кількість команд кожен рік буває різною, міняється 8 команд, 5 команд, 6 команд, тобто від 5 до 8 команд. Кращі спортсмени ДОЗДЮ США потрапляють до складу дефлімпійської збірної України. Ви з 2008 року також працюєте у цій збірній. Перший міжнародний турнір з вашою участю. Чим запам'ятались змагання? Перший турнір – це був у 2008 році молодіжний чемпіонат Європи. Тоді я взагалі перший раз поїхав за границю з командою. І чим запам'яталось? Тим, що ми приїхали, ну, опять-таки, дуже великий зал. У нас таких залов нет в Днепре, чтобы, где мы тренируемся. И все ребята были в шоке немножко, пришлось их в чувство приводить. И запомнилось это тем, что первая наша игра, это было с Эстонией. Мы не то, что никого не знали, но так получилось, что мы эту игру очень тяжело выиграли в конце 7 очков. И эта игра оказалась решающей за третье место. То есть мы, ничего не зная, выиграли эту игру. И по итогу чемпионата эта игра оказалась за призовое место. А, до речі, от основана збірна дефлімпійська України в якому році була? Є у вас така інформація? Була давно, вони з 93-го чи 94-го року вже була збірна, грали. А були якісь успіхи у 90-х роках? Ні. Чемпіонат світу, ймовірно, змагання дуже високого рівня. От ви були у 2009 році в Італії, так? Це ваш перший чемпіонат світу і третє місце, одне з перших досягнень збірної. От розкажіть про цей успіх. Да, цей чемпіонат був теж запам'ятаючийся. Чому? Тому що це вперше дефлімпійська збірна України завоювала медаль на міжнародному рівні. До нас ніхто не виграв, і от тут чемпіонат світу ми... Тяжелые игры были, мы очень тяжело прошли Италию в четвертьфинале,
И когда играли за третье место, мы вышли на команду Греции. Примерно в районе 10 лет команда сборной Украины проигрывала сборной Греции. И поэтому, когда мы выходили на игру, то все тоже боялись, переживали. Но мы очень здорово сыграли игру. Мы уже после половины команда Греции просто сдалась, она выпустила молодых ребят играть. Мы забили 19 трехочковых из 40, ну просто мы их победили. Как бы отомстили за все 10 лет, что им проигрывали. Добре налаштувалися, так? Да, очень хорошая игра. У 2016 році, до речі, у Греції збірні України вдалося зайняти високе друге місце на чемпіонаті Європи. От про ці змагання, як це відбувалося? Це теж дуже непростий чемпіонат. Було дві групи по 6 команд, і ми зайняли в останній грі, зайняли в своїй групі 4 місце. Мы только заняли последнее место, пошли в четвертьфинал с последнего места группы и попадали на первое место второй группы, то есть на самого сильного соперника. И так получилось, что мы играли в Греции в Салониках и попали на сборную Греции. В Греции, на сборную Греции при большом стадионе. Это просто... И в нас никто не верил, потому что мы проиграли все игры в группе, кому можно было проиграть. Но мы... Там опять ребята выдали просто супер игра, и мы выиграли 2 очка в конце. Для, конечно, всей Греции это был траур, но после этого нас зауважали. Все потом Греция, еще все 5 дней оставшиеся, ходили, здоровались с нашими ребятами каждый день. А, до речі, в Україні відбувалися якісь чемпіонати Європи, світу? Ні, в Україні ще, к сожалению, ні одного не проходило. Найвищими змаганнями серед спортсменів з вадами слуху є Дефлімпійські ігри, так? Да. Чим відрізняється рівень цих ігор від чемпіонатів світу та Європи? Ну, тут уровень підготовки. Якщо некоторые страны к чемпионату мира Європи готовятся более спокойно, то к Дефлімпіаді йдуть все подготовка год, а то может и полтора целенаправленно готовятся к чемпионатам, к Дефлімпійським іграм. Это очень тяжелый турнир. Всегда соперники самые сильные, но и как бы поощрение спортсменам. Есть у них поощрения, стипендии, то есть только на Дефлимпийских играх. Поэтому серьезно, ответственно к этому всегда подходим, но так же самое и соперники так делают. Поэтому очень тяжело играть. А от майже всі прихильники спорту знають, безумовно, рівень Олімпійських ігор. Потім після Олімпіади йде Паралімпійські ігри, вони транслюються. А от Дефлімпійські ігри, на який рівень можна поставити? Ви вже кілька разів брали участь. Тут, якщо порівняти з Паралімпіадою? Ну, Паралімпіаді, наверное, більше внимания уделяється, но... Я как бы сейчас больше скажу за баскетбол, что мы когда играем, то у нас тут все, кто нас знает, все смотрят онлайн-трансляции, если их нет, следят за счетом. То есть баскетбол у нас, я думаю, не отстает от Паралимпиады. Дефлімпійські ігри. От після невдач 2009-го – 7-е місце і 2013-го – 4-те місце. У 2017-му на Дефлімпійських іграх збірна України виборола бронзові нагороди. Це поки що найкращий результат збірної на сьогоднішній день. Да, это лучший результат. Очень тяжелые были поражения в 2009-2013 году. В 2009 еще команда была более молодая. В 2013 уже выросли ребята, и мы рассчитывали взять медали. И это обидные поражения. Но опять-таки, повторюсь, Дефлимпиада, это все серьезно готовятся. И наконец-то... Мы в 2017 году завоевали третье место и проиграли. Мы одна команда, которая проиграла одну игру на Дефлимпиаде. То есть так же самое одну игру. И кому поступилось, Андрей? Мы проиграли Венесуэле в полуфинале 1 очко. Очень тяжелая игра была. И вот из-за 1 очко нам помешало стать чемпионами. Потому что если бы мы пошли в финал, мы уверены, что мы финал бы выиграли. А у матче за третье место кого вы перемогли? В игре за третье место играли со сборной России. Нет, прошу прощения. Играли опять со сборной Греции. И после тяжелого поражения от Венесуэлы, там всего был один день выходной, и ребята не могли отойти. Мы
начали игру и начали сразу проигрывать 15 очком в сборной Греции. Хотя мы у них уже в последнее время всегда выигрывали. Очень тяжело было ребятам забыть игру с Венесуэлой. И все-таки в перерыве игры удалось поменять игру, настроить ребят. И мы вышли и во второй половине выиграли игру там в конце 10 очков. Ну, то есть, если бы не было этого поражения от Венесуэлы, мы бы эту Грецию просто выиграли в одно кольцо. Но так получилось, что тяжело ребятам настраиваться. Очень многие плакали после ее полуфинала. Поэтому, ну, такая непростая ситуация была. А с кем Венесуэла играла в финале? Они играли с Литвой и даже не оказали никакого сопротивления. Проиграли им 40 очков. Тобто після вашого матчу теж вони були дуже виснажені? Да, там очень тяжелая игра была и для нас, и для них, поэтому, да, они тоже не смогли даже побороться. У 2019 році у Польщі на чемпіонаті світу збірна України знову вибрала бронзу, чим підтвердила свій високий рівень. Пригадайте, будь ласка, ці змагання. Эти соревнования тоже очень важны. После Дефлимпиады мы ехали обязательно, хотели попасть в финал, но так сложились обстоятельства, что мы опять проиграли в полуфинале. Проиграли сборной Литве. И хотя мы с самого начала начали проигрывать 20 очков, то есть в первой четверти, не знаю, как-то что-то пошло не так. Потом мы уже в конце игры догнали их до 2 очков. И нам не хватило буквально одного-двух точных бросков, чтобы мы их выиграли. Это очень была тоже тяжелая игра, потому что ребята почувствовали, что они могут выиграть. И все-таки в конце нам не удалось выиграть. И за третье место мы играли против сборной России. Ну, это наш принципиальный соперник. Все ребята настраивались. И, ну, готовились. У нас каждый год почти мы встречаемся с этой командой, со сборной России. И, ну, тут мы не могли проиграть. У нас не было права. В тяжелой игре, в равном счете, все время мы в конце выиграли. Матч запомнился, как у нас Александр Диденко с середины поля забил гол. Это как бы поломало сборную России. Ну, очень хорошая игра была, потому что сильный соперник. До речі, окрім Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, збірна України бере участь у щорічних розіграшах Кубка Європи. Що це за змагання, які результати у вашої команди? Да, каждый год проходит Кубок Европы спортсменов с нарушением слуха. Это чемпионы своих стран и встречаются, играют Кубок Европы. Мы каждый год проводится, мы принимаем участие каждый год, мы всегда играем в финале. Всегда играем в финале, и вот за последние 5 лет у нас всегда был финал против сборной России. Так получилось, 3 раза мы выиграли, 2 раза мы проиграли. Последний Еврокубок запомнился тем, что был в Вероне в Италии, и мы играли в четвертьфинале против сборной Италии. Очень тяжелая игра была, как не хотели итальянцы, чтобы они прошли дальше, но мы все-таки смогли в дополнительной 5-минутке выиграть у них. Хто складає основу збірної команди України? Ну, основу составляють спортсмени нашої школи. Ну, і таких у нас є явні лідери команди. Це капітан команди Стрижевський Юрій, також Фоменко Олександр, Яковлєв Кирилл, Рязанцев Павел. А хто вам допомагає тренувати у ДОС ДВСШ і з ким тренуєте збірну? Сборно мы тренируем с Коковкиным Станиславом Георгиевичем. В нашей школе у нас также помогают наши еще действия, ну, наши как спортсмены, спортсмены нашей школы. То есть Фоменко Александр, он уже, мало того, что он игрок сборной, он уже закончил обучение, и он тренирует детей, помогает готовить мне детей к соревнованиям «Поверь в себя». И потом передает всех перспективных, хороших спортсменов мне во взрослую команду. А от на Кубках Європи вам довелося святкувати перемогу? Це як підготовка, так, до чемпіонатів світу Європи? Ці так, звісно. От мрієте все ж таки разом з командою посісти перше місце на чемпіонаті світу, на Дефлімпійських іграх? Ну, це наша головна ціль – виграти перше місце. Єврокубок – це підводящий турнір, в яких дуже… Это международный старт, который это очень важно, и мы все игры эти ценим. И мы за счет этих игр готовимся к самым важным. И, конечно, наша мечта – только первое место на Дефлимпиаде. Ну, Европа и мир – это, соответственно, тоже только первое место. Ваша особистая мрія у спорте? Вы знаете, мне задавали такой вопрос. У меня так получилось, что у меня мечта каждый год меняется.
В одном, в первый год это стать первым на чемпионате Европы, потому что в этом году больше нет других соревнований. В следующем году стать на чемпионате мира первым, потому что нет. И когда Дефлимпиада, стать первым на Дефлимпиаде. Но когда проходит Дефлимпиада и впереди до следующей Дефлимпиады еще 4 года, то моя мечта не останавливается, что ждать 4 года, чтобы выиграть Дефлимпиаду. Я начинаю мечтать о чемпионате Европы. Ваші побажання от юнакам, які займаються спортом і мріють стати спортсменами? Ну, пожелання. Давайте я немного спочатку скажу о спортсменах з вадами слуху. Ми завжди раді вас бачити в нашій школі. Приходите, несмотря ни на свои вады, ни на свой рост, вес, приходите, мы научим играть в баскетбол. У нас очень хорошая система подготовки, школа дает просто все возможности для того, чтобы спортсмен... То есть от спортсмена в нашей школе зависит только одно, это его желание. Все остальное у него будет, всему научим. Ну и пожелания всем баскетболистам. Ходить на тренировки, работать, слушать тренера, стараться выполнять задачи. Если так получается, что не каждый баскетболист может попасть в НБА. То есть не расстраиваться, не опускать руки. Есть много, очень много работы, которые можно, могут выполнять. То есть можно стать тренером, можно стать судьей, можно стать каким-то руководителем. То есть очень много специальностей. Так же произошло и со мной. Когда я мечтал играть в команде мастеров, но не получилось, не опустил руки, и я достиг успеха в другой, чуть-чуть другой сфере, в тренерской. Главное – это любить спорт. Да. Дякую за то, что завітали на программу. Дякую за щирі відповіді. Спасибо вам. И наприкінці программы традиційне наше побажання – займайтеся спортом и бувайте здорові. До побачення!